creo que bien. El entrenador es una persona que entiende mucho de fútbol, por algo de entrenador. Tiene mucha experiencia. Я уже привык к новой системе тренировок. Дмитрий Хохлов очень квалифицированный тренер, да и в целом хороший человек. У него большой опыт, он много знает о футболе. Он ведь отлично играл сам, когда был футболистом, например, в Испании. Так что у него вполне европейское видение футбола. Мне это очень нравится, конечно же. Я думаю, что с этим тренерским штабом мы все способны достичь очень хорошего результата в чемпионате. Главное, всей командой выполнять установки тренеров и выкладываться на полную силу. Сборы – это уже привычно. Так же было и в Бенфике. Первый сбор всегда более тяжелый, всегда по две тренировки в день. Первая – это физика, вторая – работа с мячом. Система подготовки схожа в российском и в европейском футболе. Bueno, te voy a ser sincero, hace 4-5 años que estoy por Europa ya, creo que ya perdí un poco ya esa costumbre de vivir en... Я давным-давно не играю и не тренируюсь в Парагвае. Уже 5 лет, как я играю в Европе. Я уже полностью акклиматизировался и даже больше привык к прохладной погоде. Так что сегодняшняя жара здесь, в Словении, мне уже совсем не нравится, потому что тренироваться в такую погоду очень тяжело. А вот в России мне климат очень нравится. Всегда приятно и тренироваться, и играть. Me acostumbré más al frío. Me gusta más jugar en el frío y bueno, creo que en Rusia me favorece mucho porque ahí hace bastante frío. Yo creo que todavía no llegué a mi 100% físicamente, creo que estoy en unos 90%, pero... Я пока не считаю себя полностью готовым к чемпионату, но надеюсь достичь 100% физической формы за эту неделю, благодаря товарищеским играм, благодаря тренировкам. Надеюсь, что к началу чемпионата буду на пике своей формы. Voy a estar listo pronto ya. Bueno, en realidad mi posición verdaderamente es extremo por la izquierda. Creo que toda mi vida jugué ahí. Siempre he jugado ahí, pero... Самая привычная для меня позиция на поле – это крайний левый полузащитник. В этом амплуа я начинал свою карьеру еще в Парагвае, и больше всего я играл именно в этой позиции. Но карьера так складывается, что пришлось побыть и латералем, и нападающим, и даже защитником. На самом деле я могу играть практически на любой позиции. Главное, чтобы тренер был доволен качеством моей игры. Если мне скажут, я буду играть защитником. Если тренер попросит сыграть вратарем, получится? Eso ya un poco difícil para que, pero lo que sea de sector izquierdo, sea lateral o extremo delantero, yo creo que cumplo muy bien mi trabajo. На позиции вратаря будет, конечно, немного сложно играть. Такого опыта у меня нет. А вот в левой зоне я могу играть на любой позиции, это точно. Но тут скорее могут быть сложности с позицией латераля. Я давно не играл в этом амплуа, не тренировался для этого. С другой стороны, за последнее время я очень много навыков приобрел в роли крайнего полузащитника и нападающего. Yo creo que rápido, con la gente también que tiene Rusia, más fácil de... Я уже полностью освоился в России, даже привык жить здесь. Мне уже понятен менталитет русских людей. Вообще чувствую себя здесь прекрасно, нравится жить в Краснодаре. В этом немалая заслуга моей жены Марии, которая помогала мне адаптироваться, все время меня поддерживала, все время была рядом со мной. Одному мне было бы гораздо сложнее освоиться в русской культуре, психологии русских. Я считаю, что именно вдвоем мы смогли вполне встроиться в новую для нас культуру. Сейчас мы чувствуем себя очень комфортно. Yo creo que me siento bastante feliz estando en este país. Yo creo que sí, no solamente yo tengo que estar con optimismo, yo creo que todo el plantel, cada uno de nosotros hay que estar bien anímicamente y pensar que podemos llegar bien. Впереди у нас целый чемпионат. Лично я оптимистично смотрю в будущее, потому что у нас сильный состав, есть амбиции и высокие цели. Понятно, что с самого начала нам необходимо будет выкладываться по полной, чтобы вернуть себе уверенность, которую мы потеряли этой весной. Но я уверен, что все будет складываться хорошо. Лично я всегда готов максимально помочь команде, всему клубу. Думаю, все вместе мы способны отдаться своему делу, футболу, чтобы Кубань снова была на первых позициях в России, чтобы мы радовали наших болельщиков, чтобы они заполняли наш стадион, и чтобы мы добивались побед и отличных результатов. Pueda estar otra vez al ruido de toda la gente.